Начну с кадровых перестановок. Наталья Комарова во время визита в Нижневартовск подписала ряд важных документов, согласно которым изменилась структура окружного правительства. Так, вместо Ильи Петрова курировать деятельность департаментов общественных связей и внутренней политики будет депутат ХМАУ 5-го созыва СР Андрей Филатов. Он получил должность заместителя губернатора. В свою очередь, Илья Петров, занимавший пост первого замгубернатора, переходит на другую работу. Кроме того, произошло перераспределение полномочий. Теперь первыми заместителями руководителя региона являются Геннадий Бухтин. Ранее он курировал окружной департамент экологии. За Бухтиным закреплены вопросы развития коренных малочисленных народов Севера. Должность еще одного первого зама осталась у Александра Кима. Правда, и здесь есть небольшое изменение. Ему теперь будет подчиняться департамент управления госимуществом Югры, который ранее был под контролем Веры Дюкина. Кроме того, в правительстве появилась новая должность – заместитель губернатора по промышленной политике. Это место досталось экс-директору Департамента имущественных и земельных отношений администрации Сургута Сергею Полукееву. Он будет курировать три структуры – Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики, Департамент экологии, Департамент по недропользованию. Об этом со ссылкой на пресс-службу окружного правительства сообщает агентство «Югра.Про».